Так, запись пошла? Пошла. Так, самому бы не грохнуться, потому что я уже здесь падал. В детстве катался, когда здесь. Это такая ностальгия нежелательная. Блин, там музыка играет, надеюсь, YouTube не заблочит. Кого? Ударка, надо кое-что спросить. Насчет велосипеда. Он же у нас знаток. У меня вилка, блядь, шатается. Я хрен знаю, что за херня. Покажи, как она шатается. Надо останавливаться, показывать. Ну давай по-быстренькому. Блин, я тормоза хреново работают. Jesus Christ. Вот смотри, Дар, какая, короче, херня. У меня шатаются вот эти, короче, места. Я сначала подумал, что у меня колесо, а потом смотрю, что нет. Вот смотри, короче, зажимаю передний тормоз. Ну это что-то пиздец. Вот она прям вот тут, блядь, ходит. Вон, видишь? И по большей части еще здесь. Давай на свет вот так вот. Вот тут вот показывай. Угу. Типа она вниз проседает или что-то? Типа сам стакан ходит туда-сюда. А мне кажется, это втулка у колеса не докручена. Ну-ка, это слезь с велосипеда. Ну-ка, как обычно. Во. По-моему, это в колесе не докручено что-то у тебя. Да? А, вот это у тебя слабо вообще, да? Ну-ка, пошевели еще раз. Да, вот она. Вот она. Ах, она сука. Дарк, спасибо за помощь. Разобрались. Дарк, я короче, теперь твой зам буду по починке велосипедов, по диагностике. Велотерапевт. А прикинь, ты бы сейчас прыганул бы, блядь, колесом передним. А я бы уже прыганул. Еще бы чуть-чуть и... В общем, короче, Витек спас жизни в Каке, и в Каке теперь у него в анальном рабстве должен быть. В каком? Анальном. Анальном? Да. Ты охуел так пиздеть, блядь? Мартышка, блядь. Мартышнюшка. Ух, мразь. Сейчас камера отключится, и в Каке получит премию. Оскар, блядь. Премию Дарвина. Виктор Маш... О, ты посмотри! Дарк вообще рулит. Дарк рулит. А ну-ка. Вот так вот. Ну, стаканы все равно у меня ходят. Все равно чуть-чуть есть ходу, да? Да, стаканы у меня ходят, но... Ладно, поехали на пляж дальше. Ну, жду ответа от специалиста. Ты круть. Я криво подержал камеру, давай еще раз. Еще раз то же самое. Ждем ответа от специалиста. Да, круть.